Жителей Югры умилила прогулка оленя по зимнему лесу. Животное, которое, по всей видимости, не заметило присутствия рядом посторонних, засняли на видео и опубликовали в сети. На кадрах видно, как олень бежит по лесу, будто не чувствует преграды, легко преодолевая сугробы. Его запечатлели в районе Лентора и окрестили жизнерадостным. Югорчане начали оставлять под видео смешные комментарии. Некоторые из них пошутили, что животное направлялось в свою страну оленью.